Приветствую вас, Анна. Довольно забавно, что в конце своего рассказа вы пишете про то, что не в состоянии, что вам нужно друг от друга. Вообще это указывает на слияние с человеком, и мне кажется, что с точки зрения психотерапии именно элемент слияния с другим, в данном случае с этим мужчиной, является основой для всей этой ситуации. Ну, то есть, вы, условно говоря, не были целостны в силу того, что вы росли без отца. Когда появился этот человек, он заполнил те недостающие части, которые у вас пустовали. Соответственно, по этой причине вы не можете отказаться от него. Важнее то, что в контексте данного человека важно понимать, что с вами происходит. Важно понимать ваши чувства. Вот. Дело не в том, здорово это или нездорово. Мне кажется, вообще таких понятий в контексте чувств нет. Вопрос заключается в том, насколько комфортно вам. Насколько это делает вас счастливой, то, что происходит. Ведь происходить на самом деле может вообще все что угодно. Эта ситуация, она далеко не самая эксцентричная, как мне кажется, из тех, которые могли бы быть, вот. Поэтому вопрос заключается в том, становитесь ли вы счастливы от того, что происходит, и если вы счастливы и не остановитесь, то, значит, какой конфликт здесь возникает, да? Я не становлюсь счастливой, но я вместе с тем продолжаю вот действовать в таком ключе. То есть, понимаете, ваш вопрос, он, вообще-то говоря, максимально неопределен. У вас отсутствует запрос к психологам, не очень понятно, что вы от нас хотите. И в целом создается впечатление, что вам сложно принимать решения. И в целом создается впечатление, что вы, ну, это очевидно, нуждаетесь в защите, значит, у вас есть проблемы с личными границами, на что указывает элементы слияния с этим человеком. Вот. У вас есть тревожность, то есть неумение обращаться с чувством незащищенности и так далее. Мне кажется, что вы достаточно ощутимо боитесь некоторой уязвимости, что ли, вы боитесь некоторой слабости, поэтому, по-видимому, строите такую внешнюю картинку самой себя как более сильной, чем вы есть на самом деле. Вот вы говорите, что вас угораздило там сказать, в какой квартире вы живете. Вот мне кажется, это один из важных моментов, потому что мне кажется, что элементы сильного какого-то желания своего вы склонны не замечать. Важно это изменить. Мне кажется, что важно признаться себе в том, чего вы хотите. Важно признаться себе в том, какая вы. Мне кажется, что весь ваш текст — это про отрицание и подавление. И, на мой взгляд, именно с этим нужно работать. А не с тем, вот как выстраивать отношения с этим человеком. Вот, по сути, человек, я имею в виду данный мужчина, он ведет себя, как вы сами, мне кажется, сказали, и, понимаете, он ведет себя далеко не худшим образом. По факту, он,
делает то, что вы ему позволяете. И он относится к вам достаточно уважительно. Может быть, вам легче было бы начать с потребности защиты. Ничего плохого, естественно, в том, что вас мужчина защищал, нет, но вы это увязываете с тем, что вы росли без отца. И, на мой взгляд, здесь есть, скажем так, определенная позиция, что я росла без отца, мне нужна защита. Я росла без отца, я не умею защищаться. То есть здесь чувствуется некоторая жертвенность. И вот мне кажется, что из жертвенности вам нужно выходить. Что это такое? Что значит выходить из состояния жертвенности? Это брать ответственность, учиться обращаться с собственной ответственностью за то, что с вами происходит. Учиться обращаться со своими чувствами и отвечать за последствия их привнесения в контакт. И, в общем, это, мне кажется, определенная работа, то есть внешне, Анна, вы, вероятно, производите впечатление серьезного человека, но мне кажется, что вы играете роль, а не являетесь собой, мне так кажется, и, соответственно, из-за этого не развиваетесь. Я, понятное дело, могу быть не прав, вот, но так мне видится. Я об этом говорил, но я повторю это еще раз. Я не очень понимаю, что вы хотите от нас, от психологов, в смысле. Ну, то есть, какой у вас запрос к нам, к психологам? Какой помощи вы хотите от нас? Помощи в чем вы хотите от нас? Я, честно говоря, не очень этот момент понимаю. Мне кажется, что и вы сами не до конца этот момент понимаете. Ну, в таком случае наша задача заключается в том, чтобы помочь вам это понять, помочь вам в этом разобраться. Наша задача заключается в том, чтобы разобраться в том, какую проблематику вы хотите решать. Вот. И разобраться с тем, куда вы хотите двигаться. Вот. Мне кажется, такой расклад наиболее здесь вероятным. Вот. Хотя, понятное дело, что могут быть разные ситуации, могут быть разные моменты. Вот. И вполне вероятно, что есть что-то, о чем я не знаю, есть что-то, чего вы могли не написать. Ну, просто вот в силу того, что посчитали, например, это неважным, или потому что не захотели, или что-то еще, а это было достаточно важно. На самом деле. Вот, поэтому
На мой взгляд, здесь не нужно спешить. Вот, на мой взгляд, здесь нужно как следует разобраться, как следует подумать, как следует поразмышлять. Вот, и уже тогда было бы гораздо более понятно, в какую сторону вы хотите двигаться. Вот, потому что, ну, меньше всего, наверное, хотелось бы, чтобы вы жалели о каких-то своих решениях. Меньше всего хотелось бы, чтобы вы жалели о том, как поступили. Вот, поэтому, мне кажется, правильно будет начать разбираться в себе. Вот, то есть, это терапия, психотерапия. Вот, мне кажется, что именно психотерапия, как бы, то есть, фиксация в какой-то степени на себе, как бы, станет вашим, ну, путем к чему-то новому, вот, путем к пониманию, к лучшему пониманию себя. Вот. Это позволит вам взглянуть на привычные вещи. Вот, если вы позволите себе это, на привычные вещи это позволит вам посмотреть иначе, совсем иначе. Вот. Не так, как вы видите их сейчас. Вот это может быть страшно. Вот это частенько страшно. То есть, ну, частенько это довольно страшно людям. Вот, но я думаю, что вам это вполне по силам. Я думаю, что вам вполне по силам вырасти, я думаю, что вам вполне по силам научиться осознавать, лучше осознавать себя. И то, что вы хотите. Вот, конечно, при том условии, если вам это все интересно. Вот, если вам это все не интересно, если вы считаете, что вам это все не нужно, и что достаточно просто какого-то решения, вот, то я здесь, конечно, не могу с вами согласиться. Вот, ну, ваше решение приму и пожелаю вам удачи. Удачи, потому что, ну, как бы это единственное, наверное, что я могу сделать. Принять вашу позицию такой, какая она. Вот, и надеюсь на то, что со временем это поменяется, надеюсь на то, что со временем это изменится, надеюсь на то, что со временем вы решите иначе, решите по-другому и решите больше в пользу себя. Вот. На этом все. Я хотел бы пожелать вам
удачи, я хотел бы пожелать вам всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом, и вы сможете быть счастливы.